Приветствую вас, открыл тему, увидел, что тема адресована к специалистам, психологам, прочитал, не понял, почему тема адресована психологам, в чем здесь запрос психологический. Кроме того, что у вас, по-видимому, есть некая проблема с сознанием своей мужественностью и со взаимодействием с женственностью, женщинами. Вот. У вас есть некое противопоставление мужчин женщинам, то есть подразделение на «я и они», на «мы и они», в чем, собственно, является ваша деструкция. У вас есть представление о соперничестве между мужчинами и женщинами. Вот. А я думаю, что настоящие мужчины, как настоящая женщина, как настоящий человек, любой, это тот, кто принимает открыто свои чувства, свои эмоции, свои достоинства, свои недостатки. Принимает открыто другие чувства, другие достоинства, другие недостатки. Я думаю, что настоящий человек – это тот, кто позволяет себе отличаться от других и другим отличаться от себя. Как бы, блин, банально это ни звучало. Я думаю, что настоящий мужчина в первую очередь знает, чего хочет он сам. И он идет к этому. Настоящая женщина знает, чего она хочет. И она идет к этому. Настоящий человек знает, чего он хочет, и идет к этому. А ценность в том, что мы чувствуем, ценность в том, чего мы хотим, ценность в том, что мы позволяем другим быть самим собой. Мне кажется, что в этом заключается основная ценность. Я не очень понимаю, зачем вы задавали тему о ненавистниках, и почему вы говорите о ценности для женщин. Нет никакой ценности для кого-то, есть только своя собственная ценность. Ценность для самого себя. И люди другие видят только эту ценность, и все. И больше ничего нет. Вы живете в мире, в реальности противопоставления и борьбы. Что является на самом деле очень серьезной проблемой. И пока вы будете в этой реальности жить, будут всегда всплывать эти темы. Вместо того, чтобы обратиться к психологу и проработать лично ваши проблемы какие-то. Проблемы уверенности, проблемы мужественности, проблемы взаимодействия с женщинами и так далее, и так далее, и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.